типа ты все не так понял, его подставили, все дела, вот это хны-хны-хны. Ты не против, если я ему в колено выстрелю, а? Нет, против. Какой ты скучный. Попроси меня еще о помощи. Вообще-то... Тебе нужна помощь. Нужно устроить засаду. Без взрывчатки не обойтись. Справишься? Есть сомнения, а вот захочу ли я, это вопрос. Хотя... А знаешь, мне нравится. Да, круто. Захвачу своих друзей, встретимся тут. Приятель.
911, расскажите, что произошло. Да, присылайте патруль! Здесь кто-то стреляет! О, черт! У нас разрешение на сканирование. Начинаю поиск преступника. Всем отрядам, сканирование завершено. Высылаю координаты. Бортану его! База, нам нужен доступ к сети ОС. Да где же он прячется? Объект исчез, но мы еще раз все обыщем. Погоди, увидишь. Сказал же, захвачу друзей. Твою-то мать. Я думал, ты про взрывчатку. Тогда бы я сказал подружек, но ее я взял. Мне нужно вот что. Надеюсь, ты как-нибудь используешь этих ребят в разборке. Мне надо типа подобрать хвосты, а ты вроде как мне должен. Ничего я не должен. Так, давай уже сюда взрывчатку. Ага. Эти два психа повисли на мне после работы в Габоне. Как они пыхтели, пытаясь меня убрать. Я, короче, такой на маслкаре. Зверь-машина, а-ля 70-е, знаешь. Когда ДТП называли аварией. Идем. И прикинь, двое этих умников зачем-то решили протаранить меня на своей паршивой экологичной машинке. Ну, она такая... Бах! И влетела прямо в фуру, держи. Глаз. Вот. Вот что я тебе припас. Такая бомба-липучка. Зырь. Липнет. Круто? И вот эти идиоты сидят там, ссутся от страха. Машина в хлам, а я и злой на них, и ржать тянет. В итоге я всадил по паре пуль в эти лоснящиеся рожи. Такой вот расклад. Ты разберись, лады? Но нет. Вот что нужно. Точно. Скажем так, это пробный шар. Ну что, потренируемся? Джорди. Супер. Круто. Не нужен мне пробный шар. Конечно, нужен. Сейчас все устроим. Джорди! Блин.
кирпичный завод. Люди Ирака приедут сюда. Сложности ни к чему. Ладно. Уберу этих убийц из засады. Ирак узнает, бедбак поднимется. И тогда он мой. Заброшенный. Надеюсь, камеры еще работают. Пока нет. Мне надо выяснить, где у них будет сходка, чтобы можно было устроить сюрприз. Ловушки круть. Следы шин. Кто-то тут часто паркуется. Еще следы. Судя по всему, покупатели. Время есть. Видимо, тут заключают сделки. Thank you.
Давай! Он не уйдет! Найди его! Ничего тут нет! Пойду там гляну! Ни черта здесь не вижу! Пойду посмотрю там! Ни хрена не вижу. Проверю там. Здесь пусто. Пойду дальше. Блин, ни хрена тут нет. Иду дальше. Здесь пусто. Там гляну. Ничего тут нет. Здесь пусто. Там гляну. Ни хрена тут нет. Иду дальше. Ничего тут нет. Пойду сам гляну. Хрена тут нет. Двину-ка дальше. Ни хрена тут нет. Проверю там. Он давно свалил. Уходим. Что за твою мать? Нет. Найди козла. Все, береги. Найди его и убей. Это еще кто? Тебя кто-то!